А сегодня я хотел бы вам порекомендовать то место, где можно выбрать практически любую вещь. Место это зовется e-каталог. Тут есть большой список различных товаров, которые можно отфильтровать по категориям, ценам и другим параметрам. Также можно сравнить выбранные товары и выбрать лучшее устройство по характеристикам. Если вы уже определились с товаром, то e-каталог будет отличным решением, чтобы посмотреть все характеристики, фотографии, отзывы о товаре, а также найти выгодное предложение среди возможных. E-каталог имеет удобный и простой интерфейс, который поможет не только сэкономить ваши деньги, но и время. Ссылка будет в описании. Дорогие друзья, всем привет! Совсем недавно добавили новую легендарку в Clash Royale, и я, конечно же, уже получил. Может быть, в дальнейшем покажу несколько колод с ней, но мне особо эта легендарка не запала, то есть я не горю там задротить в рояль снова. Но пофаниться я очень сильно хочу, и сегодня буду использовать всадницу на кабане 14 уровня. Посмотрим, что она из себя представляет, можно ли с ней играть, и похожа ли она на легендарку вообще. Я составил вот такую вот колоду, думаю, что вы уже догадались, что я буду зеркалить всадницу через зеркало на 14 левел. Естественно, прокачаю на 10 уровень. Ну и, собственно, погнали в бой, погнали, вот такую вот деку я взял. Конечно, это фан дека, не факт, что я смогу тут прям все три победы сделать, но я хочу сделать лишь одну тему, это всадницу выпустить через зеркало. У меня цель это протестить. Так, давайте сплитить мушкетов. Конечно, я бы с радостью эту всадницу прокачал бы на звездный уровень. Вот, но, к сожалению, мне еще очень-очень много надо карт и... Ох ты, господи. Ладно, давайте попробуем... Ох ты, блин. Так. Ну-ну, застань ее. А, блин. Так, ладно, бандитка. Бандитка. Господи, что это такое? Охренеть. У меня как раз нету запа, у меня как раз нету гоблинской бочки, ой, варварской бочки, бревна, а мне спеллбейт какой-то, ну точнее не спеллбейт, а гоблинская бочка подбирается. Обожаю Clash Royale. Ладно, зато у меня есть зеркало, значит, знать бы, блин, у него вышибало, моя колода вообще теряет имбовость против вышибалы. Ладно, ставим хижину варваров на правую сторону, на левую сторону, я извиняюсь. А он гиганта с правой стороны выбрасывает. И тут вот у меня сейчас вопрос. Что делать дальше? Вот что делать дальше? Скажите, пожалуйста. Я думаю, что стоит сделать вот так вот. Хотя, если у него есть какие-то тяжелые заклинания, я думаю, что он... Ай, чуть-чуть не добили. Так, ну гиганта уничтожили. Шикарно. Так, плюс немножко разделились мушкетеры. Вышибала бесит. Подвешивает и до сих пор бесит. Мушкетер, живи, живи, родной. Все, мушкетер выжил, поехали. А бандитку с правой стороны. Я помню еще, как играть в рояль, поэтому вот так вот делаем бандитку. И он должен пропустить. Нет, к сожалению, не пропускает. А ловит бандитку с помощью гиганта. Здесь ставим, выбрасываем летучку. Здесь летучих мышей. Да еще, наверное, летучих мышей, короче, подкидываем. Куча летучих мышей. Так, смотрите, двойной эликсир пошел, да? Сейчас поставлю хижину. Сейчас отдефаюсь, пацаны. Сейчас отдефаюсь от этого дерьма. Нет, поставлю все-таки хижину на другую сторону. Потому что, ну, надо на другую сторону ставить. О, отлично. Теперь делаем сплит мушкетов. Так, крутимся до зеркала. И сейчас буду выбрасывать две вот этих всадницы. Так, сюда вот так вот делаем. Так. Пу-пу-пум. Тут фаербол. Фаербол. Так, готово. И что ж, сейчас будет две всадницы. Смотрите. Вот первая всадница. Так, готово, да? И сейчас пойдет вторая, только с противоположной стороны. Смотрите. Оп. И 14-я всадница идет на левую сторону. Просто на максималке. Чекайте, пацаны, чекайте. Бам! Просто отлично. Все, это минус вышка. Чекайте. Ну уже, блин. Ну уже, блин. Fire, 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 fire. Победа! Было сложно. Против какой-то тупой деки я играл. Поэтому как-то было сложно. Но я все-таки выпустил. Я не увидел, конечно, сколько урона она нанесла. Ну давайте, может, в следующей катке получится чаще выпускать всадницу. На барашке, не на кабане. Я не говорил на кабане. Я могу оговариваться, пацаны. Так. Хорошо, Антонио, у меня есть сразу хижина для тебя, я думаю ее поставить, только вот знать бы по какую сторону, давайте на другую сторону.
Так, смотрите, сейчас мы выпустим летучку, и летучка заберет хижину, а? Как вам идея? Хижину дамаж, летучка, во, отлично. Так, мне кажется, что... Опять, что ли, бочка? Капец, просто, мне реально нечем контрить бочку. Так, ладно, ну как нечем? Я законтрил ее, да, вроде, но... Вау, какой маг наряженный, посмотрите на него, просто... Нарядный, наряженный. Так, давайте бандитку. Оу май гад. А чем же мне дефать мага-то, а? Давайте бандитку через зеркало. 14-я бандитка сейчас даст люлей. Всем там, абсолютно всем. И принцессе тоже дай, пожалуйста. Ах, за компанию. Ладно, ставим летучку. Против нас Коргей. Пожалуйста, убей. Убей быстрее, пожалуйста, убей быстрее. Да быстрее убивай. Ну нечем контрить этих, блин, гоблинов. Летучих мышей я зажал. Не знаю, что-то мне жалко стало летучих мышей. Так, значит, смотрите. Мне сейчас надо подумать. Либо я ставлю хижину так, что получать буду урон от кор-гиганта, либо же ставить хижину так, чтобы терять вышку. Вот два выбора у меня. Но я пока склоняюсь к тому, чтобы вообще не ставить ее. Так, окей, два мушкета слева, один справа несется. Так, тут у нас 100% фаербол. Вот такой вот залетает фаер. У него еще орда мух, это, конечно, для меня неожиданно. Так, так. Ставим здесь бандитку. Тыкс, хорошо. Дальше ставим хижину. Ставим, сейчас ждем. Вот тут ставим хижину и летучих мышей. Поехали. Так, задефались, да? Отлично, у нас есть зеркало. Все, теперь смотрите, сейчас задефаюсь и выброшу... Не, надо еще трех мушкетеров, подождите, еще рано нам праздновать победу. Так, остается 30 секунд. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я делаю вот такой вот сплит. Сейчас полетит гоблинская бочка. Сейчас 100% она полетит. Сплит есть, да? Выбрасываем всадницу на кабане 10 уровня. И сейчас следом на 14 уровень. Или нет? Не получится на 14, пацаны. Не получится. Так, бандитка. Главное задефать. Так, хорошо. О май гад, что происходит? По какой стороне мне атачить? Подскажите мне, пожалуйста. Я что-то нервничаю. Так, и фаер через зеркало. Давай. Вторая победа. Но в этой катке я не выпустил барашку через зеркало. Но так как у меня фан-колода, я немножко проиграл. Проиграл Хогу дешевому. Вот этой деке проиграл. Короче, ну, по-хорошему, конечно, в эту деку лучше взять какие-то легкие заклинания. Там, разряд, бревно, варварская бочка, зап, что угодно, стрелы. Их здесь нет. Это проблема. Возможно, их взять нужно вместо фаера. Может, вместо фаера взять разряд? Не. Оставим так, как есть, да? Поехали. Одну каточку еще сыграем. В принципе, наша цель ролика не победа, да, а вот посмотреть 14 уровня всадница на баране. Много наносит урона, и вообще имба или не имба. Но я сразу вам скажу, что вот я уже поиграл, да, на этом персе. Ну, такое что-то непонятное. Смесь Хога, да, с чем-то... Ну, с чем-то. Смесь Хога с чем-то, не знаю, с тараном там. С тараном, с гоблином, гигантом. Я не знаю, с чем еще сравнить. Ну, не бандиткой, ну, хз. Так, жаль, что, конечно, разряд не сбивает она. Каст. Так, воу, вот сейчас, вот, что мне? У меня такая колода, что я хер знаю, чем дефать сейчас. Фух, господи, как это сейчас задефать? Давай быстрей. Фаер, летучие мыши, пау. И минус вышка. Минус вышка. Да, так, забрасываем бандитку. Эх, нихера не получилось. Охрененно, тупо охеренно. За заход вышку снесли. Ну, скорее всего, последняя карта там у него мега-рыцарь. Мне так кажется. Но я тут еще могу выиграть. Это еще не поражение. Ладно, давайте все-таки забьем на то, что надо выиграть. Вот на это забьем. И попробуем вот сейчас до двойного эликсира продержаться, да?
И выпусти... Бля, да дай мне... Я вообще не могу накопить элик. Чем мне дефать, сука? Быстрей копись, эликсир, сука, ты меня бесишь. Быстрей копись, давай, три мушкета, понеслась, все. Выносите, выносите, выносите побыстрее. Давайте, выносите, фух. Задефались, я просто уже думал, капец. Блин, опять сейчас снесут вышку. Просто эликсиры вообще, их хер накопишь. По идее, у него poison. Либо, я не знаю, ну, фаер бы он уже выбросил. Скорее всего, сейчас снесем вышку. Мега рыцарь, окей. Ну, я же говорил, что там мега рыцарь. Ну, и так как мега рыцарь не фул, поэтому еще умудрились мы там... Оу, увидели, как застанил четенько этот барашек? Так, бандитку закидываем. Так, окей, один варвар доходит. Ставим вот так вот хижину варваров. Так. Фух, сейчас будет жестко, сейчас будет жестко. Так. Так, 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 давай, давай, копись быстрее, эликсир. Трех мушкетов сливаем. Так, и сейчас, блин, опять же, если... Хотя, чё, смогу, смогу затащить, смогу, смотрите. Выбрасываем одного, одну всадницу, да? А следом вторую, а вот следом вторую. Сейчас будет мега-рыцарь, я понимаю это все, я это все понимаю прекрасно. Но, давай, давай, 14-я всадница, тащи, бэмэх, все, снесли. Так, теперь забрасываем летучку, бандитку, все подряд забрасываем. Вот, тащим, тащим, тащим. Ставим еще одну хижину. Все, сейчас, короче, я его порву. Порву как, не знаю кого. Так, теперь, нам надо сейчас сплитнуть мушкетов, да? Смотрите, сплитим мушкетов вот таким вот образом. Сплитим. Теперь, по логике, он должен мега-рыцаря выбросить на двух мушкетеров. Поэтому, смотрите, мне сейчас, желательно через зеркало выбросить не всадницу, а трех мушкетов. Вот таким вот образом. Да, я угадал. Очень читаемый соперник. Вот. И сейчас, благодаря тому, что я его прочитал, я сейчас просто его снесу на три короны. Смотрите, что сейчас будет. Что сейчас будет? Возможно, даже если повезет, прокручусь до зеркала и всадницы. Да, походу так и произойдет. Все, выпускаю одного всадника, всадницу, и следом сейчас вторую. Боже, там такая каша, но я думаю, вы видите, да? Давай быстрее! Все, вот вторая всадница полетела. И... сносим вышку, но она не дошла к вышке. На три короны. Короче, что я хочу сказать. Ну, сверхимбовости, конечно, в этом персонаже нету. То есть, чтобы сказать, нихера себе, нихера себе урон, типа стычки минус вышка, нет, такого нету. Конечно же, разница есть, 14 либо 10. Но имбовость нету. Нету уникальности. Мне кажется, легу эту надо чуть-чуть улучшить. Чего-то не хватает. Задумка неплохая, то есть что-то они подумали, да, что-то придумали, но они оторвали кусочек от одной карты, от другой, что-то намесили, какое-то оливье получилось, но в целом, в принципе, я их понимаю, что что-то изобрести новое может быть сложно, но тем не менее, ей не хватает какой-то мощности, ее надо чуть-чуть улучшить, мне так кажется. Вот, в общем, если ее бафнут, я еще один ролик запишу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если наберем на ролике больше 5000 лайков, я выпущу еще какой-то ролик по Clash Royale. Может, с какой-то новой декой. Спасибо всем, до новых встреч, скоро увидимся. Пока.